Успеть бы. Окопы у каждой кочки роем, а потом драпаем. Может, хватит уже? Ты тут сколько? Третий день на передовой. А как фриц попрет, смотри, в штаны не наделай. Тоже мне умник. А вы, товарищ капитан, боитесь? Черт ее знает, что там потом. Раньше боялся, а теперь привык. Бояться это глупо. Ну, смерть и смерть. Главное, как жизнь прожить. Я правильно думаю, командир? А ты не думай. Это что, самолеты? Наши или немцы? Ведь будет бомбежка, ведь так? Мать моя. Может, пронесет? А вот так. Дурак, не попал. А еще. Машка, держи. Прости. Давай еще, давай. Заряжай! Так нечем. Маша, стой! Маш, ты это... Ты не плачь. Пап,
Я не плачу. А слезы чего катятся? Я не знаю. Машка, ну ты что, ты ж пионерка. Слезы вытри. Вот другое дело. Ну ты же вернешься, папа. Куда же я денусь? Конечно, вернусь. Честно. Честно. Я люблю тебя, папа. Слышишь? А в этом ли подъезде 22-я квартира? Я живу в 22-й квартире. А что у вас? Давайте, я передам. Ваш отец геройский. Ну что у тебя? Папа. Он вернется, понял? Вернется.